Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Мария Струве заставляет голос звучать. Сегодня сидит в зале педагог по вокалу, который мне помогал, Мария Струве. Благодарю вас, потому что я бы в этой тональности никогда не смогла, если бы не вы. Спасибо, Мария. Технология Марии Струве состоит из простых упражнений. Человек делает 5 минут упражнений, у него новый голос. 5 минут упражнений, у него новая краска в голосе. Он радуется, он видит, как увеличивается голос. Во Владивостоке педагог набрал группу. За 4 дня занятий запели даже те, кто не верил в себя. Действительно, каждый, кто пожелает, может научиться петь. Для дальневосточников Мария Струве объявила набор в свой проект «Голоса будущего». Обучение пройдет во Владивостоке. Количество мест ограничено. Подробности на сайте mariastruve.com.